Мир знает немало историй пленения генералов, но чтобы прославленный полководец бежал из плена, это было суждено сделать только Корнилову. Невероятный случай, редчайший. Незамеченным не остался. Корнилов был принят императором Николаем, и ему вручили заслуженную награду. Но самый трогательный подарок из родной станицы Каркаролинской – 100 рублей и нательный крестик. Буквально в одночасье он стал звездой, да что там, национальным героем. Его узнавали на улицах, интервью, громкие заголовки в газетах, портреты в журналах.